Сколько лет мы не сочиняли музыку. А сегодня мы пришли к Любушке, нашей прекрасной, поддержать наши традиции, ребят. Давайте будем поддерживать. Восполнить наше творческое пространство энергии. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас сегодня в выставочном зале Ростокина на открытии персональной выставки художника Любови Зубовой «Коррозия времени». От лица администрации выставочного зала я хотел бы вас всех поприветствовать, поздравить художника, поздравить с открытием персональной выставки. Данная выставка у нас в зале проходит во второй раз. В прошлом году тоже в это же время была выставка. И данная выставка пользуется очень большим успехом. И на самом деле отрадно видеть, как художник развивается, как действительно растет в творческом плане. У нас сегодня очень много гостей, и хотелось бы представить слово нашему гостю, искусствоведу Станиславу Единяну. Приветствую вас, дамы и господа. Я застал и начало творчества в широком выставочном плане Любови Зубовой, а сейчас мы его становимся свидетелями его зенита. Ведь работы, представленные здесь, частью они ретроспективны, частью работы нам известны и по мотивам, и по основным образам, одновременно здесь и новые работы. И прежде всего надо сказать, что вот этот уровень этой выставки, он очень европейский. Почему это Европа? Потому что здесь и элементы сюрреализма, которые совершенно явственны, тонки, но здесь неосюрреализм доведен до высокой эстетической категории. Вот эта высокая эстетика, которая присутствует буквально во всех работах, она может быть прихотливой, может быть спорной, как в работе, которая, допустим, когда холст в специальных прорезах, такие вот парадоксальные вещи, но художница вообще всем своим творчеством стремиться к парадоксальности. Это свидетельством тому выбор вполне парадоксального материала, это ржавое железо. Причем надо сказать, что опыты подобного плана, они не только были просто от найденной фактуры, от найденных вещей, но еще однажды художница даже использовала из кровельного железа, сорванного ветром с разрушающейся церкви. Сейчас церковь восстановлена. И вот эта вот множественность таких погружений души художницы, оно очень симптоматично для нас, потому что это все эстетика, и с другой стороны, она нам демонстрирует неизменно от выставки к выставке свою возможность и портретного искусства, то есть сложнейшего из ответвлений реалистического жанра как такового. И не каждый смог бы с такой психологической убедительностью и с такой тонкостью передавать не только внешность человека, но особенности его взгляда. Когда уже взгляд и или трагедия, или какие-то душевные сломы, или глубина самого человека становится совершенно как на ладони перед нами, это огромное мастерство. А это мастерство продолжается уже вот в тех парадоксальных работах, в которых она играет с пространством. Ей, конечно, вот видимо с детства, может быть это сны, может быть это какие-то парадоксальные погружения в иные миры медитативного характера, потому что видно, что человеку в нашем мире действительно тесно. Допустим, сосуд, из него выливается вода, вода это течет в совершенно в таком мерном состоянии, когда мы слышим тишину этой воды. Вот это вот переплески пространств, где царствует тишина. Вот почему в ее работах всегда есть и тонкая мистичность, ненавязчивого порядка. Здесь нет такой навязчивой, обычно воспринимаемой в чистом сюрреализме прямой символизации. Ее нету. Все образы, которые вы видите, они намечтаны. Такое есть русское слово «намечтанность». Это не измышленность по Достоевскому, а намечтанность.
и светозарность пространства, лучезарность. Такое впечатление, будто бы художница на мир смотрела через аметист. Именно этот камень дает лазуревое свечение, если вы смотрите через старинный аметист, вот вы увидите такое пространство. А у нее этот аметист в душе. Она обрела это вместе со своим рождением, вместе с рождением в искусство. Несмотря на все сложности личной судьбы художницы, несмотря на сложности ее жизненного пути, она очень мужественно и очень трудоемко живет. То есть работы создаются одна за другой. Они есть работы, уже написанные в Италии. То есть итальянский искусствовед написал о Любови Зубовой. Есть работы отечественных искусствоведов. То есть она является явлением последних лет художественно-выставочной жизни столицы России. И на ее выставках приходят люди, которые совершенно не являются профессионалами, и все равно это пленяет, потому что это интересно и по сюжетике, и по настрою, и по колористической гамме, и по тем прихотливым и тонким образам, которые всегда у нее оригинальные, всегда связаны в нечто целое. Даже возьмем вот работы самого простого порядка, а сколько в них глубины. Допустим, вот «Пепельный ветер». Волосы в ветре повернуты в одну сторону. Этот пепельный ветер, вы ощущаете вот именно движение воздуха. Эта динамика сугубо внутренняя, и она ее не широко расплескивает на холст, а именно там, где того требует именно это произведение. Или вот на другой работе тонко распространенный дым из сосуда, который реминисценция к сказкам Востока, к джинам. И многоуровневое пространство. Мне как-то приходилось говорить, что интуиция художницы дорастает до того, что вот мало кто знает, что у кроны, у деревьев сверху, то, что растет в качестве листвы, в качестве ветвей, имеет равновесие такие же корни. Это биологическая истина. А она это угадала душой и так и рисует. Такое впечатление, что вот она провидит эти пространства Земли и может своим взглядом интуитивно туда тоже попадать. Конечно, она работает с материалом бережно, потому что вписывать в фактуру ржавого железа какие-либо изображения, это может только человек, который умеет бережно вписаться своим талантом в нестандартный материал. Это очень сложная задача, но для этого нужно иметь и прикладной талант, не только художественный. И здесь тому порукой и какие-то небольшие ювелирные ее опыты, они тоже убедительны и интересны. И здесь во всем этом, ко всему этому прилагается еще одна стихия. Стихия языка, стихия поэзии. Тоже очень стильно выполненные текстовки, которые сопровождают картины, сопровождают целые циклы картин, это не что иное, как стихотворение самой художницы. То есть, видите, уже синтетическое дарование, синтетика, синтез нескольких искусств, к чему, собственно, стремились многие и не всякий достигал. А здесь это и оригинально, и тонко, и все исполнено с хорошим вкусом, с чем можно действительно поздравить нашего творца, нашу художницу Любовь Зубову. Благодарю вас.